шедевры такие прямо. Что, фотографируешься? Сейчас, да, можно меня. Вот это захватить потом. Угу. Затрапиваю. Да. И удержу. Да. Давай! Говорит Москва! Внимание! Внимание! Войска Советской Армии вошли в Берлин! А это войска, блядь, нормально было! Это войска. Что это, не песня? РОА, Русская освободительная армия. Это перец. Это гвардии сержант Никифоров. Сметанин, ёпта. Александр Сметанин. Это перец левый. Можно меня снять? Сними меня, пожалуйста. Внимание. Погоди, сними меня, погоди, сейчас. Вот, давай, да, вот так все. Фоткай, давай. Да я снимаю. Репил, давай. Ну, снимаю. Перец, дай мне. Так давай, снимай. Черный молот. Видео. Ну тогда, снимай, погоди, стой. Знаешь, Франция, ты завиваешь такие круги, конец. Короче, что тут говорить нехуй. Короче, если ты это радио надумаешь продать, я у тебя его куплю. Разговор окончен. Были здоровы, и что вы над вами? Стоял зон, стоял чечен. Голова так отсали, что достали жили, что сказали снимать. И чтоб ваши дети вас я этот, ты сам сказал, что я Скорцезе, я как-то мы... Смотри! А пока голуби, ебаный в рот. Ой, такой жирный, смотри. Он уже старый, он, блядь. Он уже не может, еб. Фу, блядь. Воробей. Он сейчас спиздит, нахуй, выжит, блядь, самое главное. Думаешь? Воробей. Смотри, мелкий такой. Оп. Блядь, иди мас, нахуй. Это войдет в историю, блядь. Как битва при Колпино. Слышишь, отойди от моих туфель. Они что, драться-то будут, заебали. Чего я начал снимать, они перестали драться. Смотри, такой шустрый, да? Оп. Пидор, блядь. Хочешь подержать мой телефон? А, не успел. Смотри, в натуре, блядь.
Чит не заклевали. И все вместе. Оп! Нормально. И не забывай, да, вот это что? Ножки. Молодцы. Кто стоят, давай. Просто на месте, конечно, можно пританцовывать. Кто двигается, тот не задерживает. Ведёк. Остальные могут снимать на телефоны и планшеты. И тут же на YouTube. В Колпино живут аисты. Деревня. Соло